преддверии 9 мая на центральной площади города воспитанники детского сада номер 15 встретились с ветеранами Одинцовского городского округа. Один из них – председатель Совета ветеранов ядерно-оружейного комплекса Анатолий Новиков. Он родился в 1948 году, уже после войны. Его отец воевал, дошел до Берлина, а мать работала в разведке. В доме часто говорили о тех страшных временах. Анатолию Антоновичу радостно от того, что подрастающее поколение постоянно интересуется историей Великой Отечественной войны. Всегда радостно встречать молодое поколение, особенно то поколение, которое постоянно интересуется историей своей, историей Великой Отечественной войны, которые не спрашивают там зарубежных всяких журналистов и тех, которые всегда говорят, что войну выиграли американцы, войну выиграли англичане. Войну, естественно, выиграла наша Россия, Советский Союз. Значит, каждый воин проявил героизм. В память о встрече воспитанники детского сада подарили ветеранам георгиевские ленточки. Символ военной доблести и славы. Ну и, конечно, прочли стихи о Великой Отечественной войне. Несмотря на волнение, дети произносили строки настолько проникновенно, что тут же получали одобрительные аплодисменты. «Не коснется нас больше беда, в честь победы все песни поют, в честь победы сверкает салют». Встреча двух поколений завершилась радостными улыбками, крепкими объятиями и общей фотографией на память. Мила Тарасевич, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».